Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не спит, у нас сегодня 30 декабря, 3 часа ночи, как всегда, друзья, рубрика «Чё почём», зыркаем, что сегодня выходит нам предпраздничного, новогоднего, радостного, счастливого, там люди одну эмоцию ждут, если она сегодня выйдет, там будет взрыв чатика, взрыв комментов, ну, удивление, моему не будет предела. О, не может быть, это же танец урожая! Вот эту эмоцию люди все ждали, в общем, танец урожая, друзья, пошел флекс, пошел. Да, чатик взорвался, ребят, чатик взорвался, взорвался. Ну, мои поздравления тех, кто... Блин, какая же она громкая, зараза. Мои поздравления тех, кто ждал эту эмоцию. Второй сезон, вторая глава, А, ну и прям так. Панда, спасибо большое. Дай угадаю. Пошел, пошел флекс. Часть 2. Даже сказать ничего не успел. Спасибо большое, панда, за эмоцию. Спасибо, ребят. Все... А, спасибо, ботик. Еще одну пан, этот, еще одну такую же. А, не. Ничего себе качает в лобби. Надеюсь, она без авторских прав. Ля бодрая музыка. Спасибо большое. В общем, друзья, все, кто ждал эту эмоцию, мои поздравления, вышло 500 V-баксов, все врываемся, тег автора вписываем и врываемся, приобретаем. Кто не ждал, кому все равно, ну, тогда идем дальше. Как по мне, ну, я вижу, что ее часто люди юзают, людям очень нравится. Мне нейтрально, я бы не сказал, что это прям супер эмоция. Есть куча эмоций поприкольней. Нормальная, но не супер. Поехали дальше. А дальше, собственно, это за 200 музон. При участии Рафтар. Бодро, очень бодро звучит. Я искренне надеюсь, что она без АП. Бодрая музычка, спасибо за подарок. Дальше у нас вспышка за полторашечку огненная. Нормуль скинчик, нормуль бэкпэк. Хотелось бы, конечно, я каждый раз говорю, хотелось бы такой скинчик за штуку 200 приобретать. Но полторы так полторы, да. Плюс многим напоминает олдскульный скин, который все ждут и верят. Но почему-то мне кажется, что зря ждут и верят. Вот, ну, огненную его версию хотя бы прикупили. Кто-то еще и печенюшку, да, наверное, прикупил. Ее же, погнали дальше. Нормуль скин, нормуль. Дальше у нас бомбистка-идеалистка за штуку 200 без бэкпэка. Сейчас уже, наверное, нет. Классика Фортнайта, да, но сейчас уже, наверное, можно пропускать вообще смело. Дальше это веселый стрелок, который мне не нравится. Ну, да, у него бэкпэк есть, но мне сам он что-то не особо заходит. Такой себе тоже олдскульчик, но не очень. Кирочка топ. Кирка топ. Каждый раз говорю кирка топ. Тут все понятно. Единорожек дельт не очень. Огромный, дорогой. Ни у кого не вижу. Я думаю, это не просто так. Даже если я такой не купил. Хотя я дельты очень люблю и много покупаю. Вот это круто. Это у нас принцесса цирка, друзья. Три стиля. Вот масочка и без. И офигительный стиль, который добавили потом. Вот не помню в каком сезоне, но уже достаточно давно, уже несколько сезонов назад. Но он топовый. И бэкпэк в виде вот шарика. Да. Вот это прям очень круто. Принцесса цирка топич. Убойный скин. Убойно. Давайте еще раз стиль. Вообще бомба. Очень классно. Точно так же с пацаном весельчак. Пацан чуть-чуть послабее. Но тоже очень неплохо. Очень неплохо. Лицо очень бодро сделано. Мне вот этот стиль не очень у пацана нравится. Вот этот классный. И последний тоже топовый. Но вот первый поменьше нравится. Бэкпэк. Ти-ти-дип. Точно нет. Вот эта кирка мне абсолютно не нравится. И не то, что за полторы, даже там, не знаю, за какие-нибудь 800. То есть мне она вообще не заходит. Не понимаю ее цену. Слишком дорого. Ладно, ладно, идем дальше. О, киберспорт там повеяло, ребят. В комплект к эмоции, ребят, лучу можно прикупить за штуку 200. А я думаю, что сегодня такое, да? Вот оно что, луча вышла.
Очень часто ее закидывают. Очень часто. Очень часто. Можно пореже. Можно. Можно там на полгода про нее забыть, чтобы люди соскучились по ней. Не очень мне нравится. Мягко говоря, этот скин надоел. И мне он изначально не нравился. Мне его подарили, чтобы я поиграл на нем и позгорал чуть-чуть. Но мне он реально не заходит. Скин номер два, который мне не заходит, который я считаю, что слишком дорого стоит, да, второй сезон, но из-за трубки накидывать на него в цену плюс 400 тоже такое себе, прям совсем такое себе. Тоже придарили мне по этой же причине, что и лучу. Спасибо за подарки, ребят, троллить вы умеете. О, эмоцию оставили, которую вчера мне придарили тоже. Я думаю, что эта эмоция вот в этот Новый год выходит, а больше не будет. Просто не имеет смысла делать эмоцию там в следующем году с 20-м. Ко мне. Первый раз, кстати, за этот скин сегодня поиграл. Уф. Кайф. Вот это топ. Вот это топ. Класс. Убойно. Еще и Цуефа. Что сегодня? День эмоций? Очень много эмоций. Цуефа. Все. Остался Кратос, друзья, фулл сет. Осталась эмоция, которая поем хором. Уровни, подписка, все это осталось. Поднимаемся наверх. Ну, сегодня, понятно, танец урожая, звезда магазина. Друзья, не забывайте, пожалуйста, тег автора указывать SPT-083, а то вы сейчас в магазин ворветесь. О, танец урожая, быстро покупать. А тег не проверите, я вас знаю. Проверяйте тег обязательно. Буду крайне вам признателен, если будет указан. Что мы покажем, ребят, сегодня вам? Я решил клоуна показать, потому что, честно говоря, он мне больше нравится, чем... Вспышкой. Вспышки. Единственное, что бэкпэк топовый. Здесь бэкпэк мне не заходит. Он довольно большой. В прицеле. Вниз. Вверх. Стиль нравится больше мне этот. Поэтому показываю его. Но яркий, который тоже топовый. Спереди. Давайте на свету. Красота. И Кирочка Топич. Кирочка Топич. От киллов, ребят, напомню. Рок начинает светиться радугой. И... Ну и светится радугой начинает. Где тут у меня? Молотить мы будем. Звездочки вроде, ну, такой счастливый, радостный. Короче, Киркат Топич. Красота. Но Киркат темной бомбистки мне нравится больше. И опять-таки еще неплохая у нас Киркат за подписку Fortnite. Тоже классно. Теперь погнали, пройдемся по эмоциям. Прежде всего, это то, что у нас осталось. Дальше что у нас? Где этот танец? Погнал, Флекс. Погнал, погнал, Родима. В общем, мои поздравления. Это прям мои поздравления. Для тех, кто ждал, просто спрашивали постоянно. Саксофонист? Но вот эта эмоция мне, откровенно говоря, нравится больше. Тикс, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне. И Цуефа. Где у нас Цуефа? Где-то тут. Вот она. И последняя. Что здесь? А я, наверное, в творческом режиме был, да? Подписка принята, машины принята, Кратос принята. Но я думаю, что должен быть опять-таки танец урожая у нас огромным этим. В новостях, скорее всего, его и выведут. За просмотр всех, друзья,
Благодарю. Не забываем влепить лайкос, не забываем проверить, что у вас колокольчик воткнут и подписка оформлена, друзья. Это прям обязательно. Что там у нас? Какой день недели у нас? Среда, друзья. В среду трансляция, возможно, задержится на Твиче, кто смотрит стрим. Так что следить за группой ВК, за инстой. И буду задерживаться, обязательно опубликну. И спасибо еще разок. До встречи на трансляциях. Пока.